Добрый день. Мы с вами продолжаем рассматривать научную программу Аристотеля. Напомню, в прошлый раз мы остановились на том, что у Аристотеля существует определенная иерархия научного знания, и главной наукой у него является метафизика. Ну, это название уже дали позже этой науке. Аристотель называл ее первая философия. Философия в данном случае является синонимом понятия наука. Метафизика изучает первые причины всего и первое начало всего. Кто учился на четвертом курсе, напомню, мы с вами должны были рассматривать классификацию знания у Аристотеля. Аристотель делил все знание на три части. Теоретическое знание, практическое и творческое, поэтическое. Теоретические науки изучают то, что существует независимо от человека, сущее, саму реальность изучают. Практические науки, они изучают, дают знания о том, как правильно действовать человеку, как ему жить, этика, как ему вести хозяйство, экономика, как жить вместе, учение об обществе, политика. Творческие науки, они учат то, как создавать, делать вещи, которые не существуют в природе. Как строить корабли, как писать стихи, как лечить людей и так далее. Так вот, мы с вами в рамках этого курса будем говорить только о теоретических науках. И к таковым Аристотель относил, собственно, когда он их перечисляет, он называет три. Понятно, при желании можно у него выделить и более конкретные науки, но как бы главное – это метафизика, первая философия – физика, вторая философия и математика. Вот обратите внимание, у Аристотеля физика зависит и математика от метафизики. Каким образом? У Аристотеля метафизика, она изучает общие основания всякого знания. Физического, математического. Именно метафизика разрабатывает принципы, понятия, которые берут в качестве основания физика и математика. Например, физика изучает вещи, которые обладают материей. Но только метафизика отвечает на вопрос, что такое материя. Физика на него не отвечает, она берет это как бы как данность. Это понятие она берет от метафизики. Математика опирается на аксиомы. Но что такое аксиомы математики с точки зрения реальности, ответ на это дает метафизика. И по Аристотелю всякая наука, она исходит из каких-то начал. То
То есть она что-то принимает как данное, не ставя вопрос, а как это существует, а как это вообще может быть. А вот то, что для других наук является началом, из которых они исходят, является предметом изучения для метафизики, потому что она изучает первое начало всего. И другое вот такое рассмотрение Аристотеля этих наук. Метафизика изучает сущее в целом, в то время как другие науки, они изучают какую-то отдельную область сущего. И в этом отношении вот вся совокупность знания Аристотеля в качестве своего основания имеет именно метафизику как науку. Мы с вами будем говорить, поскольку нас интересует история естествознания и философия естествознания, будем говорить о физике Аристотеля. В своем подходе к изучению природы Аристотель принципиально отличается от Платона и Демокрита. Подход Аристотеля – это эмпиризм. Напомню. То есть источником знаний о природе является чувственный опыт. И Аристотель критикует и Платона, и Демокрита за то, что они стараются объяснить свойства чувственно воспринимаемых предметов с помощью невидимых для опыта атомов, многогранников, каких-то частиц, корпускул. С точки зрения Аристотеля, явление наблюдаемого мира следует описывать посредством исключительно наблюдаемых величин. То есть наблюдаемое нужно объяснять с помощью чего-то наблюдаемого. Если мы что-то не наблюдаем в опыте по Аристотелю, то мы не можем говорить о реальности этого. И для Аристотеля характерен нередукционистский подход. Аристотель не редуцирует видимые вещи каким-то невидимым началом, невидимым для глаза, для опыта, чтобы ими объяснять то, что мы наблюдаем. Различие между телами – это прежде всего различие в качествах и действиях, а не различие в фигурах или каких-то количественных соотношениях. По Аристотелю, напомню, когда речь идет о физике, мы уже об этом было сказано, она изучает материальные тела. То есть тела, для которых характерно, что изучает физика, да, вот так мы можем. Предмет.
вещи, которые состоят из формы и материи. Можно сюда еще добавить слово «сущности». По Аристотелю не существует какого-то отдельного мира идей, как у Платона, а сущностями являются чувственно воспринимаемые вещи. Вот дерево, которое мы видим, это не тень реальности, это настоящая реальность. Солнце, которое мы видим в опыте, камни и так далее, это все сущности по Аристотелю, в которых мы должны различать форму и материю. Форма – это то, что делает вещь чем-то постоянным, то есть вещь содержит какие-то характеристики, которые позволяют ее идентифицировать. То, что позволяет ее отличить от других вещей, и она отвечает на вопрос «что?». Что мы видим? Дерево, камень. То есть вот когда мы классифицируем все, что мы наблюдаем, вот основой классификации является форма. Любой объект является выражением той или иной формы. Форма, она фиксирует устойчивые характеристики объекта, которые позволяют его идентифицировать. Материя отвечает на вопрос «из чего?», как вот медный шар. Да, из меди. Но сама медь – это тоже форма по отношению к веществу. Если мы медь отличаем от железа, от других каких-то веществ, то вот быть медью – это форма для вещества. Но медь может в свою очередь быть материей, например, для какого-то объекта, для которого формой будет, ну, в случае с медным шаром, как бы вот именно то, что он имеет такую геометрическую форму. И материя является условием движения, потому что по Аристотелю любое движение является переходом из потенциального состояния в актуальное. Собственно, материя нарисую более аккуратно. Из чего? Материя, я вот здесь напишу. Это греческое слово «дюнамис». Чувствуете, да, корень? Динамика отсюда. «Дюнамис» означает возможность, но еще сила. Отсюда динамика. Сила, в смысле, что-то может осуществиться, но еще обладает силой, чтобы быть, но еще не является чем-то, еще возможность не реализована. Но условия для этого есть. Сила для того, чтобы эту реальность создать, есть. Так вот, материя дюнамис, и когда материя соединяется с формой, по Аристотелю имеет место энергия. Энергия – это действительность. Любая вещь действует определенным образом. Огонь жжет, газ какой-то поднимается вверх. Да, сказать, вода имеет свои свойства. Там, дерево обладает какими-то своими специфическими свойствами. Вот все существующее как-то действует. И действует именно благодаря тому, что вот форма соединилась с материей.
И изменения, которые мы видим в вещах, они обусловлены тем, что как раз они материальны, потому что форма не меняется. Например, дерево мы сжигаем, дерева уже нет. Но материя остается, она принимает другую форму, и мы имеем какое-то другое явление природы. А это благодаря тому, что все материальное, оно изменчиво. Это он, как бы, тут продолжение Платона. И вот физика изучает, да, и соответственно, поскольку все материально изменчиво, то главной характеристикой всего материального является движение. И, собственно, для Аристотеля физика – это наука о движении объектов. Но ее основная задача – объяснить причины движения через свойства предметов, через то, как они действуют. И вот действие предмета обусловлено свойствами, форма, свойства, действия. И физика, она таким образом, говоря о вещах, она анализирует свойства, чтобы понять действие, и понять изменения, и понять движение. И отсюда особенностью физики Аристотеля является квалитативизм. Квалитас – это свойство по латыни. И обратите внимание, если у Платона мы имели дело уже с некой такой математической физикой, поскольку у него физические свойства, помните, мы тут уравнение баланса даже некое записывали с вами, поскольку у него физические свойства предметов обусловлено их составляющими частями, а все предметы по Платону состоят из вот этих многогранников, из математических объектов. И фактически математическими характеристиками и количественными характеристиками обуславливались физические свойства. Поэтому для того, чтобы по Платону понять, как устроен мир, нужна математика. В основе физики лежит математика. То у Аристотеля нет такой дружбы между физикой и математикой. Почему? А потому что по Аристотелю математические объекты – это абстракции, а не сущности. Если у Платона математические объекты – это сущности, из которых состоят вещи. Поэтому, чтобы понять, как действует вещь, что с ней происходит, мы должны добраться до вот этих сущностей и понять, как они устроены, что с ними происходит. Поэтому мы тут как бы от физики спускаемся к математике. Она в основе. То у Аристотеля математические сущности, математические объекты не существуют как что-то самостоятельное. Что значит абстракции, математические объекты? Абстракт значит мысленно отделять. Вот у меня есть, мы говорили, да, медный шар. Вот он есть, он сущность. А шар математический, шар как объект стереометрии, это абстракция, он не существует в природе, он существует только в мысли математика. И как он появляется? Благодаря чему? Математик отделяет вот эту характеристику геометрическую шара, медного шара, от шара.
и начинает ее в своей голове рассматривать отдельно и изучать свойства вот этого математического шара отдельно от медного. Вот так появляется математический шар. В природе его нет. Но по Аристотелю математический шар – это только часть объекта физического. Это только одна из его характеристик, с помощью которой мы не поймем, почему он холодный или теплый, почему он движется, например, медный шар движется вниз, а какой-нибудь шар, если мы какой-нибудь там надуем, какой-то пузырь там, да, он будет подниматься вверх. Почему один шар падает вниз, а другой шар поднимается вверх, математическая форма шара по Аристотелю нам не объяснит. Это объяснит физика. Это объяснится, это будет понятно, когда мы рассмотрим свойства. Медного шара и вот этого шара газообразного. Физические свойства, которые обусловлены их формами. Имеется в виду не геометрическая форма, да, а форма как вот, ну, в скобках можно идея написать, чтобы не путать с формой геометрической. И по Аристотелю математические объекты таким образом не объясняют движение. Потому что если медный шар куда-то движется, например, он вниз естественным образом опускается, то математика тут ничего нам сказать не может. И в этом смысле у Аристотеля оказывается, что математика, она не является ключевой для познания природы, как у Платона. Он не отрицает математику, но как бы она для физики не указ. То есть то, что она говорит об объектах, физику не даст понимания того, что происходит. Причины движения она не раскрывает. Потому что сами математические объекты никуда не движутся, по Аристотелю. Математический шар, он никуда не движется. А какие причины? Это абстракт. Абстракция никуда не движется. Видите, у Аристотеля как математика непригодна для понимания движения. И Аристотель, когда критикует Платона, вот обратите внимание, он как бы говорит, что ведь у Платона получается, а помните, мы говорили, у него вот эти многогранники, они же обладают весом. И вот Аристотель говорит, у Платона выходит, если следовать его теории, что больший объем огня или газа, он будет тяжелее, чем, например, меньший объем земли или жидкости, воды. Но Аристотель считает, что это противоречит опыту. Чем больше мы заполним газом вот этот пузырь, тем быстрее он поднимется вверх. Газу, естественно, стремится к газообразному не вниз, а вверх. А говорит Аристотелю Платону, получается, чем больше, тем, значит, там когда-нибудь огонь может перевесить, какое-то количество воды. Он считает, что это неверно. Ну и другие у нас нет времени, как бы все разбирать. Важно отметить вот этот момент. Далее. Нужно сказать, что физику Аристотеля, в ней нет понятия закона, закона природы. Как бы функцию закона выполняют вот эти начала. Да, и можно сразу, как бы, какие, собственно, у сухое, влажное, базовое качество, горячее, холодное.
Это, собственно, главное свойство, комбинации которых, например, влажное и холодное, это вода, вот эта вода, затем сухое и холодное, это земля, влажное и горячее, это газообразное, воздух, да, но я написал просто газ. Сухое и горячее — огонь. Вот комбинации вот этих свойств, они дают вот эти четыре элемента, из которых состоят вещи. И в зависимости от того, какой элемент превалирует, это сказывается на объекте. Вот медный шар, у него больше всего земли. И по Аристотелю, вот в силу вот этих качеств, объекты движутся всегда определенным каким-то естественным движением. Аристотель различает движение естественное и насильственное. Естественное движение – это движение по природе. Когда объект движется в силу своей природы. Вот как вот этот медный шар будет падать вниз, потому что у него природа такая, потому что он состоит в основном из элемента земли, а естественное движение земли по Аристотелю к центру Вселенной. Все, что содержит в себя землю, будет естественно двигаться к центру Вселенной. Центр Вселенной по Аристотелю – это место всех тел из земли. И, собственно, тяжесть, вес – это просто вот это естественное свойство. Что такое вес? Естественное свойство воды и земли, их стремление к центру Вселенной. А вот то, что состоит из элементов огня и воздуха, у них естественное движение наоборот. На периферию Вселенной. Земля к центру, огонь от центра. Поэтому вот этот пузырь из газа будет подниматься вверх, естественно, а медный шар будет опускаться вниз. По Аристотелю движение всегда предполагает наличие двигателя. Обратите внимание, у Аристотеля принципиально нет инерциального движения. Для него это нечто немыслимое. Он не может себе представить, что значит инерциальное движение. А почему? Потому что Аристотель никогда не рассматривает тело вне зависимости от всей остальной совокупности тел. Для него движение не является то есть движение материальной точки какой-нибудь, да? Для Аристотеля это математика, но не физика. Это математик может какой-то математический объект заставить его там что-то с ним, чтобы вот он перемещался и так далее, в каком-то воображаемом пространстве. Но Аристотель говорит, то, что может вообразить математик, это не закон для физики, потому что физика изучает реальность, а не то, что можно вообразить. Поэтому по Аристотелю любое движение, да, оно имеет причину. Если тело движется, есть причина. Обратите внимание, с чем это еще связано? С тем, что по Аристотелю покой лучше, чем движение.
Поэтому, если тело движется, это всегда время, это состояние, которое, как бы, оно должно чем-то завершиться. Ну, там есть одно исключение, потом о нем скажем. То есть движение всегда должно, по крайней мере, вот что касается Земли, да, вот природы, движение должно всегда закончиться чем-то. А именно, когда тело придет в свое естественное место. Вот у Аристотеля естественное движение связано с его теорией естественных мест. Естественное место Земли в центре Вселенной, поэтому как только тело пришло в центр Вселенной, дальше оно никуда уже двигаться не будет. Все. Оно как бы достигло своего цели. Потому что любое движение – это всегда отк по Аристотелю. Насильственное, понятно, движение, когда на тело действует внешняя сила и заставляет двигаться его не по природе. Например, когда мы поднимаем камень. Это насильство. Или тянем что-нибудь, да? Это насильственное движение. И когда Аристотель разрабатывает первый вариант динамики, в основном, как бы, он имеет в виду насильственное движение. И у Аристотеля сила пропорциональна скорости движения, хотя у греков не было понятия скорости, поэтому корректнее все-таки даже не использовать этот термин. Почему? Ну, потому что если там Аристотелю были как греку, сказали бы, что мы вот, как мы получаем скорость, да, у нас там в числителе какие, да, единицы измерения. Мы, у нас интервалы пространства в числителе, а в знаменателе у нас интервалы времени. Но для грека пространство делить на время, ну, это полный абсурд. Время пространство не состоит из частей времени. То есть он бы не понял этой формулы даже, он бы не понял, что мы тут говорим. Пространство состоит из пространств. Время состоит из времени. Поэтому корректнее говорить, что чем на большее расстояние мы передвигаем тело, то есть пропорционально величине вот, расстояния, на которое двигается тело, вот, обратно пропорционально периоду времени. И вот еще такой есть важный момент. Сила обратно пропорциональна у Аристотеля сопротивлению среды. Почему вот важно вот это сопротивление среды? Потому что у Аристотеля в природе нет пустоты. Движение всегда осуществляется в какой-то среде. И движение всегда, так сказать, это преодоление какого-то сопротивления среды. Аристотель специально приводит разные аргументы в пользу того, что пустоты нет. Ну, в частности, в данном случае он приводит мысленный такой эксперимент. Если бы не было сопротивления среды, тогда тело двигалось бы с бесконечной скоростью, ну, как мы бы сказали, да? То есть оно тогда сразу было бы и в одном месте, и в другом. То есть тогда самого движения бы не было просто. То есть скачок. У Аристотеля никакие скачки нигде невозможны. А почему? Потому что вот одна из заслуг Аристотеля, когда он разрабатывает свою физику, учение о природе, то это можно назвать характерной и чертой, составной частью. Учение Аристотеля о природе является учение о континууме. Аристотель, собственно, первым разрабатывает учение о континууме.
И это учение, оно среди всего, что разработано Аристотелем, оказалось самым долговечным. Вы даже можете, как бы, когда оно, было отброшено в физике только в начале 20 века. Квантовая гипотеза Планка. Вот только когда. А до этого, даже когда отказались от физики Аристотеля в 17 веке, его учение о континууме продолжало существовать как база и для математики, и для физики, для описания природы. С точки зрения Аристотеля, условием возможности движения, мыслимости и мыслимости движения, помните опорию Зенона? А как мысли движения? Так вот, условие возможности и мыслимости движения является непрерывность. Непрерывность пути. Времени и движущегося тела. Ну, тело просто. Аристотель выделяет три типа связей. Есть рядоположенность, 1, 2, 3, 4. Есть связи, когда между... Другой вид связи, когда между объектами есть контакт, они соприкасаются. И третий вид связи, когда у объектов есть общая граница. И, соответственно, если у них общая граница есть, она принадлежит и одному объекту, и другому, то получается, что эта граница, она, так сказать, может быть проведена, раз это общая, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И определение континуума Аристотеля – это то, что имеет части всегда делимые. То есть все, что имеет континуальную природу, имеет части всегда делимые. Так вот, Аристотель специально доказывает, что движение возможно только в том случае, когда пространство является континуумом. Время является континуумом, и тела, находящиеся в пространстве, имеют тоже континуальную природу, то есть они все делимы, их части делимы. Тогда движение, оно имеет поступательный характер. Тогда можно говорить о движении, нет скачка, да? Вот в этот момент он занимает, эта часть тела занимает эту часть пространства, эта часть эту и так далее. И потом, когда происходит смещение, да, это имеет место как раз, этот процесс непрерывно происходит. Движение возможно только, когда есть поступательность и непрерывность. Как говорит Аристотель, нельзя идти в Фивы и прийти сразу в Фивы. Если ты идешь, значит, это какой-то поступательный процесс. И обратите внимание, у Аристотеля в связи с этим дается к физике Аристотеля критика атомизма. Вот когда возникает вопрос, а почему атомистическое учение, если там современные какие-то взять высказывания, говорится, гениальная догадка Демокрита. Ну что все состоит из атомов? Еще когда он догадался. А почему же эта гениальная догадка не имела затем в истории естествознания продолжения вплоть до там, 17-18 века? Если вы знаете немножко историю атомизма, ну так скажу, да? На самом деле атомизм как бы стал привлекательным в химии в начале, в 19 веке. А потом уже в конце, и то с оговорками и спорами, он пришел в физику. Почему у него такая своеобразная судьба, у атомизма? Это связано с критикой Аристотеля. Она была достаточно аргументирована. Обратите внимание, вот эта позиция Аристотеля,
Его доказательство того, что движение возможно только при наличии континуума, оно выглядело достаточно убедительно как для современника Аристотеля, так и для последующих ученых. Но что из этого следовало? Дальше Аристотель говорит, непрерывное не может состоить из неделимых. Что такое атом? Атом так и переводится, неделимое. Атом по-латыни индивидуум. Дивидере – это делить. Индивидуум неделимый. Неделимый. Как вид нельзя разделить. Как по Аристотелю нельзя быть наполовину человеком. Ты можешь там не иметь руки, ноги, количественно ты можешь быть меньше или меньше в отношении пространства, да? Но ты не можешь быть наполовину человеком, а наполовину непонятно кем. Либо ты человек, либо ты не человек. Третьего тут не может быть. Вот это неделимое, то есть виды неделимые. Но в пространстве по Аристотелю ничего неделимого нет. Потому что непрерывное не может состоять из неделимых. Мы это выяснили, да? Непрерывное имеет части всегда делимые. А отсюда вот Аристотель опровергает атомизм. Потому что учение Демокрита допускает существование неделимых. Аристотель говорит, а он вообще-то не доказывает, почему это неделимы. С чего это Демокрит решил, что его атомы неделимы? Он это постулирует, а где это, как бы, на основе каких научных исследований он к этому пришел, что атомы неделимы? Почему они неделимы? По Аристотелю все, что в пространстве, всегда делимо, иначе движения быть не может. Второе, Демокрит допускает пустоту, и Аристотель тоже, что это пустая? Это только воображение математика может что-то пустое представить, и то как бы непонятно, что это такое. А так ничего, реальность не может быть, пространство не может быть пустым. В этом смысле, как замечают современные исследователи, да, вот Визгин, только Виктор Павлович, их два брата, он замечает, что учение Аристотеля, оно оказывается ближе к современной релятивистской космологии, чем атомизм, который допускал существование беспредельного пустого пространства. А у Аристотеля пространство всегда мыслится телесно-физически, то есть пространство, оно всегда существует только как отношение тел, да? Хотя есть понятие места у Аристотеля, вот. И вот эта теория естественных мест. Но он как бы пространство вне тел, он, у него нет такого пространства. И Аристотель замечает, что неделимое приводит тогда, что если, например, пространство состояло из неделимых каких-то отрезков, да, то тогда тело, например, которое медленно движется, и тело, которое быстро движется, они бы за одно и то же время проходили эти отрезки. Там же внутри ничего не делится. То есть тогда сама идея движения, когда можно его сравнивать, что-то более быстро, что-то менее быстро, да, она бы теряла всякий смысл. То есть понятие неделимости и атома неприменимо к пониманию движения, а поскольку в природе все движется, то и неприменимо к пониманию природы. Вот почему атомизм не имел продолжения. Он был дискредитирован критикой Аристотеля на долгие столетия. Считалось, что это тупиковый путь, потому что как бы он сталкивается с серьезными противоречиями. Вот почему атомизм не имел продолжения. По Аристотелю есть такие виды движения, как перемещение в пространстве, качественное изменение, уж пишу так, потом возникновение и уничтожение, ну, распад или что-то формируется. То есть это, если так их сказать, говорить, то движение – это изменение, в данном случае, места. Здесь качество. Затем рост, убыль, количество чего-то однородного. Ну или одного и того же количества. И
Да, ну возникновение уничтожения это отдельный такой. Вид изменения. Так вот, по Аристотелю все-таки вот эти виды, они сводятся, в основе имеют перемещение. И обратите внимание, из этого следовало у Аристотеля, из вот понятия континуума, который он связывает с движением, что движение никогда не может начаться. То есть оно вечно. Ведь для движения нужно, чтобы что-то уже действовало. А для того, чтобы что-то действовало, надо, чтобы там движение уже было в том, что действует. То есть движение не может возникнуть из чего-то, что не имеет движения. Поэтому, если мы эту цепочку будем продолжать, у нее не будет никогда конца. Движение было всегда, по Аристотелю, оно вечно. Тема движения и вот этой вечности движения, она, и понятие континуума, конечно же, неизбежно выводили Аристотеля на вопрос о бесконечности. И вот обратите внимание, как он решает этот вопрос. В том числе и то, что было поставлено опорным Зенона. Аристотель для анализа понятия бесконечности использует бесконечность. Понятие возможности и действительности. И он различает потенциальную бесконечность и актуальную. Вот мы писали дюнамис энергия, да? Дюнамис это нечто в возможности, а актуальная энергия то, что в действительности. Так вот, по Аристотелю существует только потенциальная бесконечность. Бесконечность возможности, которая никогда не завершится. Ну, например, мы можем делить отрезок, и этот процесс мы никогда не завершим. Мы можем прибавлять единицы к числам, и натуральный ряд никогда не завершится. Пример потенциальной бесконечности – натуральный ряд или вот деление отрезка. Но по Аристотелю это незавершенная бесконечность, бесконечность, которая никогда не будет иметь завершения. Никогда. И, соответственно, ошибку Зенона в его опорах Аристотель видит в том, что он потенциальную бесконечность выдает уже за актуальную. Да, отрезок, помните, дихотомия, да, делим. Отрезок из бесконечного количества точек состоит, но это потенциально там это бесконечное количество. Но это не значит, что они актуальны есть. То есть там бесконечность потенциальна, но не актуальна. Актуальную, конечно, бесконечность нельзя пройти. Ее нельзя завершить. А если она только потенциальна, то можем завершить процесс. Хотя он происходит в пространстве, которое делимо до бесконечности потенциально. С точки зрения Аристотеля, актуальная бесконечность невозможна в принципе. То есть он специально в физике, в лекциях по физике доказывает невозможность существования актуально бесконечного тела. И поэтому здесь мы переходим к космологии Аристотеля. По Аристотелю мир пространственно конечен. То есть для него характерен финитизм. Потому что актуально бесконечно ничего не может быть. Аргумент Архита такой детский, наивный, да, что можно подойти к краю Вселенной, вытянуть руку
Но для Аристотеля это не аргумент, потому что это ты в воображении можешь подойти и вытянуть руку, и воображать, что там есть пустое пространство, например. Да? Но это воображение. За пределами мира ничего нет. Там нет пустоты, потому что пустоты нет. Ничего нет. Это мы просто включаем воображение, потом нам кажется, что вот за как бы чем-то ограниченным что-то еще должно быть. И по Аристотелю, это для нас особенно важно, мир делится на две части. Надлунный и подлунный. Что находится в центре мира? Вы можете сами мне сказать, да, и догадаться, что находится в центре мира у Аристотеля. Не слышно другие. Вообще-то хорошо, чтобы чат был или что-нибудь, а то я вижу только темный экран. Земля, совершенно верно. Вот обратите внимание, у Аристотеля в основе космологии лежит геоцентризм. И когда потом мы с вами увидим, что будут удивляться, да, или как, почему так люди, сказать, когда вот будем говорить о Копернике, о Галилее, почему люди так вот не принимали вот учение движения Земли? Не принимали прежде всего непростые люди с улицы. Человек не знает, он и помалкивает. Да? Не принимали образованные люди. Почему? А потому что они были воспитаны на Аристотеле. А у Аристотеля космология, убери геоцентризм, у него физика, просто это базовый принцип его физики, геоцентризм. Что такое Земля по Аристотелю? Это место всех тяжелых тел. Все тела находятся здесь, тяжелые. Они покоятся здесь. Все, что отсюда мы насильственным образом будем, или там ветер, или еще что-то из центра Вселенной двигать в противоположную сторону, если двигатель перестанет работать временно, насильственное движение, по Аристотелю они все, то, что не по природе, это всегда временно. Мы можем не по природе заставить там какой-то объект двигаться, но пока мы на него действуем, он будет так двигаться. Стоит его оставить, а мы не можем вечно так насильственно что-то делать, да? Он обязательно будет двигаться уже по природе. Поэтому вернется сюда. Поэтому Земля неподвижна по Аристотелю. И когда потом возникнут учения движения Земли, первый вопрос, который будет у образованного человека, как Земля может двигаться? Что это за движение? Оно что, естественно для нее или нет? В силу каких причин будет двигаться вот этот центр Вселенной? Потому что у Аристотеля Земля – это центр Вселенной. Почему будет двигаться? Что его будет двигать? Какая сила его будет двигать? Какой опыт это подтверждает, что он движется? Сразу возникают такие вопросы. Это не так-то просто. Так вот, в центре Земля, совершенно верно. Вот это подлунный мир, да? Один. Подлунный мир. В подлунном мире четыре элемента. Ну, все состоит из четырех элементов. Элементов земли, воздуха, огня, воды. И естественным образом в подлунном мире все тяжелое в центре, потом жидкости, потом газы, огонь на периферии этого мира, вот здесь. Кометы – это все в подлунном мире, с точки зрения Аристотеля. И здесь происходит превращение элементов. В том смысле, превращение только в том смысле, что, например, элемент, который содержит там землю, воздух, огонь, воду, он может взаимодействовать с другой вещью, да, и в результате может возникать новый предмет с новой комбинации вот этих элементов. И это все такие вот превращения элементов. И здесь постоянно происходят какие-то изменения. А вот за орбитой Луны начинается надлунный мир.
Над лунном мире находятся звезды и планеты. Они состоят из эфира. И не только они состоят из эфира. По Аристотелю пустоты ведь нет. Здесь движутся, собственно, что такое движение звезд и движение планет? По Аристотелю это движение сфер, которым прикреплены звезды и планеты. Не сами они движутся, а движутся сферы. И в результате движения сфер мы видим наблюдаемое движение этих небесных тел. Что характерно для эфира? Это пятый элемент. В надлунном мире эфирные тела ни с чем не смешиваются. Здесь нет никаких превращений. И здесь наиболее правильное движение. Да, естественное движение эфира, вот это исключение, это круговое движение, и оно никогда не останавливается. То есть движение неба по Аристотелю никогда не останавливается, оно вечно. Оно было всегда и будет всегда. Причин для того, чтобы оно изменилось, там нет. То есть для того, чтобы это движение остановилось или ход движение изменился. Для этого нужны причины. Там ничего этого нет. Поэтому никаких возмущающих факторов здесь нет. Здесь одни эфирные сферы. Поэтому это движение равномерно, оно постоянно. И по Аристотелю именно это движение задает, передает движение сюда. То есть у Аристотеля движение идет от периферии Вселенной к центру. Но по Аристотелю лучшая часть Вселенной не в центре, а на периферии. Здесь он называет эту часть божественной, потому что для него критерий божественности – это вечность. То, что вечно существует, вот оно божественно. И блаженство. Вечность плюс блаженство. С точки зрения Аристотеля, как бы здесь все. Здесь ничего не разрушается никогда. Не портится, всегда движется. И в более поздних своих сочинениях Аристотель вводит даже понятие перводвигателя. Перводвигатель, который, собственно, у него и является божеством. Это божественный разум. Божественный разум, который его основная деятельность мышления. Он постоянно мыслит. Он мыслит форма форм. Он мыслит все формы, которые потом, вернее, они не потом, они всегда есть в мире. У Аристотеля, поскольку движение не имеет начала, мир тоже не имеет начала. Он был всегда. Не было первого человека, не было первого животного, не было ничего первого. Все было всегда. Вечно существует божественный разум, вечно существует мир, он конечен. Но, вы, наверное, обратили внимание, мир у Аристотеля конечен, но если он вечен, то тогда у него что бесконечно? Ну, сами можете сделать вывод. Что у него бесконечно, если сказать, мир вечен? Слышит меня аудитория? Не слышит, да? А там видно? Вообще раньше я видел, что кто-то, так сказать, есть. Там немного времени. Правильно, время. Да. Никто не обращал внимания, ведь можно тогда Аристотелю возразить, сказать, как же, он же сказал, ничего актуально бесконечного нет, а время у него не имеет ни начала, ни конца.
А обратите внимание, как Аристотель выходил из этой ситуации. Он знал про это, что это тогда возникает проблема. Он говорил, что время актуализируется, если что-то пространственное. Как оно актуализируется? Вот оно в возможности. А когда оно становится в действительности? Когда мы полагаем границы? Вот мы что-то ограничили, вот у нас получилось. Да? Пространственные границы, они делают что-то действительным. Вот от и до. А как время становится действительным? А время становится действительным по Аристотелю через настоящее. Вот актуализация времени происходит через теперь. Вот здесь оно актуально, а здесь оно в возможности время, и здесь оно уже в возможности. То есть время как бы вот по этой шкале времени настоящее как бы перемещается все время. И вот время актуально только в точке действительности. Так он старался выйти из этой проблемы вечности мира. Еще одну важную черту Аристотеля нужно отметить. А, да. Это дуализм Аристотеля. Понимание природы. Аристотель критикует учение Платона о двух мирах, мире идей и мире вещей, да, и мире природы. Идеи не существуют отдельно от вещей. Они существуют отдельно только в мысли какой, либо в божественной, там они отдельно мыслятся, либо в человеческой мысли, когда мы познаем вещь, вот эту форму вещи мы познаем, ту, которая есть в уме Бога, она теперь и в нашем уме есть, когда мы понимаем, что это такое, что лежит в основе вещи, ее форму мы познали. Но в чем проявляется здесь дуализм Аристотеля? В том, что по Аристотелю материя не может породить форму. То есть, когда мы имеем вещь как некий синтез материи и формы, форма всегда она дается, присоединяется к материи, но сама материя породить форму не может. В конечном счете форма от Бога, от божественного разума. Там место формы. А сама материя без формы – это ничего. Это только возможность реальности. Но это не реальность. Поэтому по Аристотелю это он доказывает в метафизике. Без допущения божественной сущности, сверхтелесной, а в Боге нет никакой материи. Почему по Аристотелю? Бог – чистая действительность. Потому что там чистая мысль. Мысль – это как раз самый полноценный вид действительности. Потому что там ничему не надо. Мышление – это деятельность, но это не движение в смысле как физическом. Это деятельность самая совершенная. Лучше мышления ничего нет по Аристотелю. Поэтому у него божество занято самой лучшей деятельностью, которая только возможна, мышлением. Но он мыслит самого себя, он совершенен, ему не надо никуда развиваться. Движение – это удел несовершенного. Что-то несовершенно, поэтому оно движется. Что-то еще не реализовано, поэтому оно движется. Или оно не в естественном состоянии, поэтому оно движется, чтобы перейти в естественное состояние. То есть движение всегда имеет какую-то причину и в конечном счете какую-то цель. Зачем оно происходит? В божестве никакое движение не нужно, там все совершенно. И по Аристотелю в этом смысле он чистая энергия, чистая действительность. А в мире тут
возможность переходит в действительность. И без допущения этой сущности божественной по Аристотелю не будет ни порядка, ни, сказать, вообще космоса. То есть вот без этого космоса не будет. Да, мы как бы можем сказать дальше космос, да, как мир вещей, природа. По Аристотелю она невозможна без вот этого. Сама материя природу нам никогда не даст. И отсюда еще одно важное понимание, так сказать, особенность вот понимания природы у Аристотеля – это телеологизм. Не путайте только с теологизмом или теология, потому что там разные даже корни. Теос по-гречески – это Бог, отсюда теология. А телос, они пишутся даже по-разному, да, вот телос пишется через тау. А тегос, здесь мы, да, Бог, он пишется через тету. По-разному даже пишутся эти слова. Просто звучат для нас похоже. Что значит теологизм? По Аристотелю в природе действует целесообразность. Процессы происходят целесообразно, как реализация различных целей. Действуют целевые причины. То есть в природе то, что происходит, происходит не только в силу чего-то, но и ради чего-то, для чего-то. Аристотель говорит, что природа не похожа на плохую трагедию. Что значит плохая трагедия? Да? Когда, например, герой как-то себя ведет, и зритель не может понять, с чего это он был одним, а тут неожиданно становится скачок, да? Совершенно по-другому, как бы нет связи разумной между одним его поступком и другим. Это плохая трагедия. В трагедии должны быть все части логично связаны друг с другом. Так вот, по Аристотелю природа, в ней все устроено очень логично. Даже навоз, говорит Аристотель, природа использует с пользой. Да? То есть в природе все приносит. Он как бы, Аристотель в этом смысле был таким как бы предшественником экологии, как науки, потому что он мыслит природу как некую систему, где ничто не существует отдельно от другого, а все взаимосвязано. И Аристотель замечает, что когда мы изучаем природу, то здесь бросается в глаза, что в природе, как и в деятельности человека, есть логос. В чем он проявляется? В данном случае имеется в виду основание. Что значит биологические процессы? Он, прежде всего, живую природу любил изучать. Носят целесообразный характер. Когда, например, мы видим, что вот у животного расположена там печень, почки, да, то форму, которую они имеют, место, которое он занимает, функцию, которую они выполняют, это не просто случайно они соединились друг с другом, а есть разумное основание, почему они находятся здесь, а не там, почему они выглядят вот так, а не по-другому, почему они работают вот так, а не по-другому. У всего есть разумное основание. И Аристотель сравнивает, как у произведений искусства, имеется в виду искусство как техники, да? Когда мы строим корабль, у нас части не как попало связаны, а целесообразно одна часть связана с другой, для того, чтобы он выполнял свое предназначение. Так и в природе, говорит Аристотель. Он говорит, если бы, например, дома росли сами, то они именно вырастали бы так, как их и мастер делает, потому что там все не случайно связано друг с другом. Как Аристотель замечает, что в произведениях искусства хороших нет ничего лишнего и ничего недостающего, да? Когда мы говорим, что произведение хорошее, когда нет ничего лишнего, то, что сделал человек, да, техника человека, и нет ничего недостающего. Но он говорит, в природе мы видим то же самое, даже он говорит в лучшей степени, и там есть красота. Аристотель специально пишет, что если платоник, помните, для платоника мир природы не интересен, ему интересна математика, например, мир природы ему не интересен. А Аристотель нет. Он говорит, что
Ведь во всем живом есть нечто прекрасное. Потому что когда просто хаотически связаны друг с другом, неинтересно изучать. Ну, потому что это просто случайно одно с другим соединилось, тут неинтересно. А в произведениях природы интересно, потому что там всегда есть целесообразность. Аристотель, например, замечает, взять огонь. В обычных, когда мы что-то зажигаем, да, просто горит. В живых организмах тоже есть огонь, как Аристотель, в каком смысле есть огонь? Есть теплота, но она как-то регулируется, да, теплообмен. Вот живые организмы, да, млекопитающие, у них тело находится в температуре определенной. И эта температура как-то поддерживается, она регулируется. То есть процессы, которые внутри происходят живого организма, они регулируются. И в этом смысле Аристотель считал, что для того, чтобы разобраться, надо, дом нельзя понять, если ты не поймешь, зачем, вот ты изучаешь систему какую-то, да, техническую, если ты не разберешься, зачем вот это здесь, а это здесь, вообще, на что это вообще, конечный результат, зачем это все, что это должно в результате давать, да, ты не поймешь и детали, целое не поймешь и детали. Точно так и в природе, если ты не поймешь, зачем у живого организма что-то, да, ты не поймешь детали, не поймешь, как оно устроено, функционирует. И из этого обратите внимание, что еще отличает подход Аристотеля к изучению природы. Что мы не находим в изучении природы Аристотеля? Эксперимента. Экспериментов не эмпирия, да, как наблюдение, а именно эксперимент, когда мы целенаправленно, контролируемо, активно воздействуем на объект. Почему мы не находим эксперимента у Аристотеля? Потому что Аристотеля интересует... Да, нет, он, конечно же, живые организмы, например, он их мог расчленять, там, изучать составные части, но это нельзя назвать, это все равно продолжение наблюдения. Эксперимента, когда мы что-то уже, как вот в современной науке, да, мы ставим эксперименты, почему нет у Аристотеля? Потому что Аристотеля интересует, как тело действует в естественных условиях, какова его природа. Если мы будем воздействовать на эту природу, вот насильственно, например, движение, да, насильственно вмешиваться в нее, мы будем разрушать. И в неестественных условиях мы не познаем вот эту природу, какая она, как она существует, какова она, эта природа. Поэтому, вмешиваясь в природные процессы, мы их разрушим, а не познаем. За этим скрывается еще один аспект. Почему потом, можно забегая вперед сказать, да, эксперимент стал столь важен? Потому что в новое время для человека, по большому счету, уже не важно, как устроена природа, а важно, что мы с ней можем делать. Вот почему эксперимент становится ведущим, потому что, по большому счету, человеку важно, что я могу сделать с природой, ну, то, что мне нужно. А у Аристотеля немножко другая установка. Он, помните, мы говорили, античность, она как бы равнодушна к практическому применению знания физического. И Аристотелю интересна сама природа, сам мир, сама реальность. Вот познавать ее, вот как изучать, познавать. А что-то делать с этой реальностью, для него это не является задачей науки. Как бы, ну, этим занимаются другие сферы человеческой жизни, но это не, так сказать, для Аристотеля это не является главным. Ну, еще, конечно же, нужно иметь в виду, что самой любимой наукой Аристотеля была биология, поэтому, так сказать, это тоже давало особенный резон, почему он написал о хождении движений животных, о движении животных, о частях животных, истории животных. У него о животных, о живой природе столько произведений было написано, да, он, видно, что больше всего он любил изучать живую природу, однозначно. Вот, и понятно, тут особенно, да, как бы понятно, что если мы эксперимент, он тут просто как бы разрушит объект. Что еще характерно для подхода Аристотеля в конце уже? Универсализм. То есть вот учение Аристотеля, оно вызывало восхищение тем, что он фактически вот он охватил, ну, все. Ведь да, он же написал, мы просто это не разбираем, но ведь он написал, описал, значит, большое количество государственных устройств. У него труды есть по поэтике, по политике, социальной философии. По этике три труда, да, по этике. То есть вот все сферы человеческой жизни, такие вот значимые, да, охвачены были трудами Аристотеля. И у него же эти труды представляют некую систему единую знания.
И вот этот универсализм Аристотеля, он, конечно, и стал причиной, почему Аристотель был очень популярен в последующее столетие и столь авторитетен. И заслуга еще Аристотеля в том, что он первый разработал понятийный аппарат для изучения природы. То есть природу можно было уже как-то описывать. И он поставил проблемы. Ведь последующее естествознание, оно решает проблемы, которые, сказать, остались от Аристотеля. Ну, например, в связи с движением. Какая проблема? Вы сами можете догадаться, да? У Аристотеля движение всегда требует двигателя. Возникает вопрос. Вот метательное движение. Здесь, когда мы с помощью катапульты выпустили какой-то камень, да? Вот здесь что его движет по Аристотелю? Что? Это движение естественное? Нет. Значит, нужен двигатель. Где здесь двигатель? Аристотель выдвигает учение, что движет среда. Но уже современники чувствовали здесь что-то, так сказать, потому что воздух движет камень. А движение на расстоянии по Аристотелю невозможно, естественно. Дальнодействие у него исключено. То есть должен быть контакт. Для движения носительства должен быть контакт. Либо естественное место движет. Здесь контакт не нужен, здесь природа движет. Если не природа, то должен быть двигатель. Вот проблема, которая потом решалась. И последующее сознание решает теорию импетуса. Это был как раз ответ на вот, как бы прообраз импульса, ответ на проблему, которая осталась. Ну, мы другие пока не будем рассматривать. Следующая эпоха, которая наступила за Аристотелем, это эпоха эллинизма. Эпоха эллинизма. В этот период происходит расцвет античной науки, и он связан не только с тем, что вот Аристотель оставил после себя школу, и уже его ученик Феофраст его знают больше современники, если спросят там, кто такой Феофраст, да? Ну, те, кто... Они вам сразу скажут, что вот знаменитая была книга, очень популярна, «Характеры Феофраста». Феофраст, помимо всего прочего, он исследовал людей и описал 30 типов характеров, человеческих, типов человеческого поведения, которые свойственны различным видам пороков или добродетелей. И там исторические примеры, там изложение вот такое, как бы такой трактат о людях. Но на самом-то деле Феофраст, он был как раз, вот он возглавил школу после Аристотеля, и он написал даже больше, как полагают, чем Аристотель. Просто практически ничего не сохранилось, а так, может быть, мы бы его изучали наравне с Аристотелем. Он вошел в историю естествознания прежде всего как отец ботаники. Его «История растений» в 9 книгах, она заложила основы ботаники как науки. Книга о причинах растений, в особенности. Он описал огромное количество видов растений Средиземноморья. Да, его тоже рассматривал различные теоретические вопросы. Но важно, что Феофраст уже, да, обратите внимание, какой размах уже научная деятельность приобретает и образовательная в этот период. У Теофраста уже было, его лекции собирали до 2000 учеников. То есть вот лекции для 2000 читал. Отличался удивительным трудолюбием, которое не покидало его до глубокой старости. И Феофраст первый вводит понятие критического анализа различных мнений. То есть он уже не просто так доверительно относится к свидетельствам различным, да? Он критически анализирует те факты, которые ему, данные, вернее, которые ему предлагают. Ну, уже, так сказать, эллинизм, я и понимал, что мы его сегодня не охватим, поэтому на этом мы остановимся.